Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вам представляем нашу кроватку из натурального дерева, массив береза. Многие родители стоят перед выбором, какую кроватку лучше выбрать, из натурального дерева или из ЛДСП. Конечно же, лучше выбрать из натурального дерева, так как натуральное, оно естественное, оно дерево дышит, не выделяя никаких вредных веществ для вашего малыша. Мы вам представляем кроватку Каролина, которая стоит на маятниковом механизме. Внизу есть ящик для постельного белья. Также, когда ваш малыш подрастает, маятник можно зафиксировать и дно кроватки опустить пониже. У вас будет и кроватка, и манеж два в одном. Ждем с нетерпением всех в магазине «Крошка».